Добрый день, страна! С вами Юрий Бажан, и сегодня я хочу вас познакомить вот с таким столом. Это винный стол. Бутылок, к сожалению, не нашлось в мастерской, тут везде повтыкать, да? Но понятно, что они втыкаются и туда, и туда, и туда. И там на боковые стенки могут втыкаться, тут могут бокалы ставить, и все такое будет очень красиво. Значит, этот стол мы собрали с моим учеником из Ижевска, Александром, за 5 дней. Сегодня суббота. В понедельник мы начали как бы работу над ним. И, конечно, я вам скажу, что это вот была такая непростая, далеко непростая работа. То есть, что мы сделали? Ну, первый день мы изготовили ноги. Изготовили ноги, они достаточно сложные, видите, то есть они как бы многоуровневые. Тут уровень, там уровень. На второй день мы принялись фанеровать все это. То есть вот мы фанеровали столешницу. То есть вот тут три столешницы, она тоже двухуровневая столешница. То мы фанеровали, значит, вот нижнюю полку. Мы фанеровали вот эти все детали. В общем, фанеровали мы 2 дня. В четверг мы принялись, значит, за сборку. То есть мы собрали столешницу, мы собрали как бы нижнюю полку. В пятницу мы собрали уже вот эту винную полку и собрали всю конструкцию, склеили и, вот видите, покрыть не успели. То есть остается она у нас не покрытой. Ну, вот с этим пойдет ничего мы не можем, потому что, ну что, вот такая ситуация, будет не покрытая. Вот. А все остальное, вот красота. Смотрите, какой необычный проект мы воплотили. И вот вы знаете, весь он воплотился прям вот вплоть, прям четко по моей книжке. Вот как вот у меня есть книга, да, современные технологии изготовления изделий из массива древесины. Так вот четко по этой книге вот это все прямо здесь и сделано. Многие соединения и узлы, которые там описаны, они как бы вот здесь были применены. И вы знаете, Александр немножко устал, вот сейчас он должен приехать его забрать. Он, конечно, задолбался, но он все-таки делал это все так, старался. Ну и, в общем-то, вот, достарался. Давайте поближе, может, посмотрим, получится у нас. Вот смотрите, сегодня первый день в столярной школе, и мы вот сегодня трудились, сделали ноги. Конечно, они у нас пока не до конца еще сделаны, но уже сияют. И практически без косяков, да? Каких косяков? Вот спрашивает ученик у меня. Каких косяков? Нет никаких косяков. Так, подошел к концу второй день занятий в моей школе, и вот что мы сделали. Вот, по большому счету, как вот ноги вчера были, так мы их чуть-чуть только довели до ума, склеили. Ну и теперь они уже как бы похожи на ноги. Вот эти вот полукруги сделали. То есть, такие мы молодцы. А главное, мы начали фанеровать. Вот сегодня мы сделали 3 детали, зафанеровали. Она зафанирована у нас, видите, с двух сторон. Была МДФ-ная, теперь у нас дубовые вот эти детали. И предстоит нам еще 8 штук зафанировать. То есть 3 мы сделали, еще 8. Вот завтра и займемся. Третий день учебы в моей столярной школе мы урылись. У нас все кругом тут завалено рубашками. То есть вот видите, это рубашка собранная. Это ноги от стола. Это основа. Это уже зафанированные детали. Это опять рубашки лежат. Рубашки. Вот из таких вот листов МДФ у нас получается вот такая вот дубовая деталь. И вот последние там 2 еще деталюхи. Но я думаю, что завтра мы уже тут все это наконец-то наклеим и начнем собирать друг с другом. И вот после этого-то мы вам красотищу, конечно, покажем. А пока, короче, урытые. И я сегодня вместе с учеником на пару фигачил целый день. Задолбался. Такая, в общем, тяжелая у нас работа. Так, финишируем мы на бутылочнице. Бутылочная полка нашего шкафа. Опа, последняя деталь встает на место. Или не встает? Должна. Уверенно мой ученик говорит, должна. Ну-ка. Опа. Сейчас, если все встанет, значит все, мы спокойно живем дальше. А если вот не встанет, это жопа полная. Ну что, красота, когда стоит, получше, да?
Так, ну и вот, в общем-то, наш стол теперь собранный. Пока криво, но сейчас мы его добьем. Такая вот модная фигня будет. Ай-яй. Ну и вот, почти финиш. Почти финиш, завтра придется все-таки доделывать. Я надеюсь, что сегодня мы закончим. Но сегодня мы все только собрали. Вот нам надо завтра здесь чуть-чуть еще подшлифовать. И Александр поедет со своим столом домой. Единственное, что мы опять же покрытие не успели нанести. Все-таки такая глобальная конструкция. Ну, смотри, ой, дурища такая, блин. Мама, не горюй вообще. Красота безумная. Единственный момент, что очень много времени мы с ним потратили на что? На фанеровку. Мы фанеровали его, фанеровали. Зафанеровались, блин. А так, конечно, красота. Винный стол, дубовый. Завтра его отшлифуем и еще разочек сфотографируем красиво. Еще раз немножко посмотрим поближе этот стол. Вот смотрите, двухуровневая столешница. То есть она в двух уровнях расположена. Я не знаю, зачем так нужно было, но вот такой был проект. Дальше ноги и винная полка. То есть винная полка идет углом вниз, то есть такой полуромб. Там ромб внизу и еще такой он расширяется ромб. И внизу еще одна полка. Эта полка, ну как бы она тоже под бутылки, я так понимаю. То есть везде будут бутылки, стаканы, бутылки. И остается нам только его покрыть. Покрыть мы не успели. То есть вот 5 дней мы работали, одного дня нам не хватило. Если мы работали еще сегодня, мы бы, конечно, его покрыли. А так, сегодня только я пришел с утра, снял вот этот небольшой фильм для вас. И сейчас Александр приедет, мы с ним сфотографируемся на память, и как бы он поедет домой. Ну, о чем я хотел сказать-то? То есть, братцы, мы в моей столярной школе воплощаем проекты, которые в других столярных школах делают по году. То есть, а мы делаем их за 5 дней. Так что, если вы хотите работать, научиться работать быстро, именно столярными делами, приезжайте учиться. До свидания, страна. С вами был Юрий Бажан.